Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона ведущая Сергалана Антонова, за режиссерским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов. Сегодня, 15 июня, в 17 часов со станции Нижний Бестях пассажирский поезд отправится по новому маршруту до Тынды. Впервые вагоны без пересадочного сообщения компании «Железные дороги Якутии» будут следовать до города Владивостока. И основная идея здесь – объединить весь Дальний Восток в единый путь, который охватит крупные города – это Якутск, Тында, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. С вводом нового расписания существенно сократится и время в пути. Итак, за какой срок можно будет добраться отсюда до Владивостока? Каким будет маршрут? Будут ли льготы и какие? Ответы на эти и другие вопросы сегодня дадут гости нашей студии. Итак, это заместитель руководителя Департамента водного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта нашей республики Василий Васильевич Михайлов. Здравствуйте. Добрый день. И заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Александрович Мясников. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-2-0-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а мы начнем, наверное, с исторического экскурса, да? Когда у нас в республике началось транспортное железнодорожное движение? Когда у нас начались перевозки пассажиров? Ну, пожалуйста. Если, да, действительно вернуться маленько к истории железнодорожного пассажирского сообщения в республике, то оно впервые было открыто, значит, это что касается Нерюнгри, до Томота. Uh-huh. Вот. Конечно же, сейчас существуют пассажирские перевозки, которые осуществляют российские железные дороги Якутии, да, на территории Якутии. Это станция Беркакит, Золотинка и так далее. Но они как бы действуют давно, вот еще с советских времен. А пассажирское сообщение уже в ближнем, как говорится, по ближайшей дате, это было в 2004 году открыто по станции Томот. Ну и в позапрошлом году, в 2019 году, достроили железную дорогу до станции Нижний Бестях. И, соответственно, запустили пассажирское сообщение. Вот. Угу. Василий Васильевич, 28 апреля в Хабаровске в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между правительством нашей республики и российскими железными дорогами, о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, вот каким вопросам здесь было уделено особое внимание? Да, совершенно верно. 28 апреля Дальневосточной железной дороги, филиала Российской железной дороги, подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве правительством Республики Саха-Якутия на 3 года. Основным фактором соглашения было уделено это социально-экономическое развитие железнодорожного транспорта Республики Саха-Якутия. И у нас основной груз, грузовая база – это угольные продукции, развитие угледобывающих предприятий Нерюнгринского района. И отдельным головой пунктом вот эти пункты обозначены на соглашении. И а также для удобства и пассажиров, для населения Республики Саха-Якутия тоже уделено внимание именно вот развивать сервис обслуживания пассажиров, перевозки железнодорожного транспорта. И как она, вот железные дороги Якутии, Республика Саха-Якутия, граничит дальневосточной железной дороги, угу. И вот у нас граница дальневосточной железной дороги, и вот с ними мы обязаны были заключить такое соглашение и развитие ЖД транспорта в целом. Угу. Какая работа вообще проделана вашим министерством для того, чтобы вот действительно состоялось такое историческое событие, как запуск вот без пересадочного сообщения? Да, было немало работ решения данного вопроса в целях улучшения качества и обслуживания пассажиров, и, а также транспортной мобильности населения Республики Саха-Якутия. Было решено запустить данный маршрут Нижний Бестях-Владивосток с отправлением
со станции Нижний Бестях, и, а также были официальные встречи руководством правительства Республики Саха-Якутия с руководством Российской железной дороги для решения данного вопроса. По техническим решению технических вопросов было проведено выездное совещание в феврале текущего года на объектах железнодорожной инфраструктуры. Были осмотрены станции, пассажирские вокзалы, пассажирские вагоны, а также вагоны, те, которые мы обслуживаем, они требуют ли эксплуатации для низких температур наружного воздуха. Вот представители РЖД и Федеральной пассажирской компании, они приехали и рассмотрели вот эти все возможности, наши возможности. Можем ли запустить данный поезд Нижний Бестях-Владивосток? Вот. И по итогам данных совещаний было решено разделить данный маршрут на два этапа. Первый этап – это, вот как говорили, Нижний Бестях-Тында с группой беспересадочных вагонов Нижний Бестях-Владивосток, Нижний Бестях-Благовещенск, Нижний Бестях-Иркутск и перецепкой по станции Тында. В Тынде данные вагоны прицепляются на федеральные пассажирские поезда, на 61-й поезд, на 81-й поезд. И вот население сейчас вот могут, ну, не только население Республики Саха-Якутия, а вот в целом Дальневосточный федеральный округ могут попасть вот такие вот мобильные транспортные движения, ну, попасть вот в Владивосток. Через двое суток может попасть. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И сегодня мы говорим об историческом событии, о том, что сегодня вечером в 17 часов с станции Нижний Бестях отправится у нас скорый поезд до станции Тында, где будет вместе с вагонами беспересадочный прицепляться вагоны до Владивостока. Таким образом, наши пассажиры, для них созданы удобства, они не будут выходить на станции, да, я так понимаю, они сразу сядут на станции Нижний Бестях и могут без пересадок, без выхода, без ничего доехать до Владивостока. До Иркутска, до Владивостока и до Благовещенска, ну и до Хабаровска в том числе. Хорошо, то есть города Дальневосточного федерального округа, да? Сколько тонн грузов и вообще сколько пассажиров было перевезено за прошедший период? И есть ли положительная динамика вот по сравнению с прошлым годом? Да, есть у нас динамика. Ежегодно, каждый год у нас перевозка грузов по железнодорожному транспорту увеличивается. Это... За 2020 год мы где-то перевезли около 6 миллионов тонн в год. Из них больше миллиона тонн в год это по станции Нижний Бестях перевезено. Раньше, например, если сравнить итогом 2019 года мы перевезли по станции Нижний Бестях 800 тысяч тонн. А в 2020 году мы перевезли уже больше миллиона тонн в год. И вот динамика роста объема грузов увеличивается. И пассажиров то же самое. Мы в 2019 году запустили первый пуск пассажирского движения. И вот в 2019 году увеличится количество пассажиров. Потом в 2020 году у нас вот в связи с COVID-19 получилось чуть спад пассажироперевозок. Люди не стали выезжать, не ездили. И у нас сократится чуть это снижение пассажиропотока. А грузооборот увеличился, и объем перевозок грузов тоже увеличивается. А у нас поступили телефонные звонки, давайте их примем. Алло. Да, слушай. Да, добрый день, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. До Иркутска сколько будет времени занимать проезд? Давайте я отвечу на этот вопрос. Этот вопрос, конечно, у нас предусматривался. Да. Значит... Нижний Бестях, Иркутск, значит, в летнее время в среднем будет в месяц по три рейса. Вот.
Время в пути до Иркутска 2 суток 23 часа, обратно 3 суток. Будут попеременно следовать плацкартные и купейные вагоны. А почему так мало? Ну, в летнее время по инфраструктуре РЖД проводятся летнепутевые работы. Вот. Они приводят надлежащее состояние путевое хозяйство, поэтому их меньше. А в осеннее, в зимнее время их маршрутов будет гораздо больше. Если, значит, говорить по стоимости, то до Иркутска плацкарт будет стоить 5615 рублей, а купе 8308 рублей. Вот. Ну, по сравнению вот с билетами, например, на те же самолеты, я думаю, получается существенная экономия. Да, конечно, конечно. Угу. Растущие объемы перевозок грузов по инфраструктуре железных дорог Якутии заставляют, конечно же, искать новые пути увеличения провозной возможности. Да? Мы знаем, что у нас в республике проходило испытание американский тепловоз «Катерпиллар». Вот как он себя показал? Вы знаете, он показал себя только с хорошей стороны. Вот. Мы в этом убедились. Значит, мы сейчас неплохо развиваем тему альтернативного топлива, применение газа. Вот. На сегодняшний день у нас на дальних раздельных пунктах, станциях и разъездах, где нет постоянного электроснабжения, вот, топливом является газ, вот, сжиженный природный газ. Стоят, значит, энергетические установки, вот, Капстоун, которые вырабатывают и электроэнергию, и теплоэнергию. Вот. Ну и мы пошли еще по пути, так сказать, замещения традиционных видов топлива, таких как бензин, дизель, на газ. Вот. Катерпиллер, который сейчас у нас находится на инфраструктуре, он двухтопливный. Как бы он работает и на дизеле, и на газу. Вот. Ну и мы как бы уже лишний раз убедились, что будет высокая эффективность его использования. Ну и будем дальше развивать эту тему. Угу. Хорошо, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И сегодня мы говорим об очень интересном историческом действительно событии, что сегодня со станции Нижний Бестях отправляется пассажирский поезд до Тынды, и впервые вагоны без пересадочного сообщения у нас будут следовать до Владивостока. Дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы, после чего мы вновь будем с вами. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня со станции Нижний Бестях и до Тынды впервые открывается прямое сообщение. Это действительно большое историческое событие. С вводом нового расписания существенно сокращается и время в пути. Итак, за какой срок можно будет добраться отсюда до Владивостока? И сколько будут стоить билеты? Каким будет маршрут и будут ли льготы? Ответы на эти и другие вопросы сегодня дадут гости нашей студии. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И у нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а Нижний Бестях, Улан-Удэ, есть маршрут? И если есть, то билет на взрослого и детский билет. Спасибо. Здравствуйте. До Улан-Удэ, да, есть билет. Это, значит, прямой вагон, который будет следовать до Иркутска. Он будет следовать через Улан-Удэ, через Читу и через Улан-Удэ. Вот. Значит, плацкартный, стоимость плацкартного билета 5050 рублей для взрослого человека, купе 7445 рублей до Улан-Удэ. Для детей, значит, для школьников у нас круглогодично действует скидка 50%. Это до какого возраста? Для школьников. Угу. Значит, для детей от 5 до 10 лет проезд 60% скидкой. Вот, от стоимости полного билета. Дети до 5 лет, проезд бесплатный. Угу. Хорошо, у нас еще есть один телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло,
Здравствуйте. Здравствуйте. Из города Крылья звонит. А вот грузовые машины будут заходить или нет? Например, я перевезти машины с Владивостока до Якутска. Его можно перевезти? Спасибо. Ну, вы знаете, машины перевозятся сейчас в контейнерах легковые. Вот. Там, конечно же, необходимо заключать договор с транспортной компанией, которая соответствующим образом и по соответствующим правилам закрепит автомобиль внутри контейнера, вот, обеспечит его сохранность, ну и, соответственно, перевезет его до станции Нижний Бестях с Владивостока. С любой точки России, в принципе. В мае месяце началась реконструкция участка Нерюнгри-Тында. А вот что запланировано сделать и когда будут окончены работы? Ну, первый этап до 2025 года. Мы, значит, железные дороги Якутии тоже активно занимаемся транспортным строительством. Значит, у нас неплохой опыт в этом. Значит, в этом году мы по контракту с РЖД, с дирекцией связи, должны закончить реконструкцию станции Акурдан. Вот, это рядом с Нерюнгри, да. Ну и сейчас вот на стадии заключения договор подряда с РЖД по станции Беркакит. Угу. Хорошо, у нас еще один телефонный звонок. Давайте примем. Добрый день, слушаем вас. Прямой эфир хочу. Да, слушаем, вы в прямом эфире. Ну, там что-то молчат. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здорово, Нарун. Вы меня хала спаская тантидеем, воняр. Бубалы-балы, Михайловы, Лоханны, Исуратаны, Адалибы. Махтал. Береги, Волбут, Юнен, Вернен, Тахсан, Оғыз көлеттен, Темир көлену, Салаяр, Салаячы болан таста. Оның жекіні үргелері әйті Михайлып сәмен ден бары баңны бөйлепке бастығы сопар. Әме үдді ақны рөке білді біт, үлігіт, үлі бетір әнесі. Әбәді оллығына қостағын біреметігер бастығы бақтырақтары сәрі біреметігер. Onun ucuar teknika stüdyonlar çiyenlere bozanaları. Хорошо, спасибо. Махтал. Василий Васильевич, вот, кстати, я хотела бы в продолжении вот такого звонка спросить у вас. Я знаю, что вы уже 13 лет работаете в железнодорожной отрасли. Вообще, как начинался ваш путь? Где вы учились? Я знаю, что работали на железной дороге много лет. Да, я закончил школу, Павловской средней школы, поступил в Хабаровский институт железнодорожного транспорта. После окончания учебы по распределению попал в Алданский район, город Алдан, где железная дорога, акционерная компания «Железные дороги Якутии». И с 2005 года по 2013 год работал в разных должностях. Начинали с чего? Начинал я трудовую деятельность с слесарем подвижного состава в локомотивном депо 3-го разряда. Ну и по ступеньке я... Завершили работу там кем? Прежде чем уйти в министерство? Да, я работал в службе локомотивного хозяйства, ведущим инженером службы локомотивного хозяйства. Ну вот, как говорил, разных должностях, это слесарем, помощником машиниста, инженером-мастером цеха ремонта, вспомогательным цехов ремонта, помощником машиниста. И вот, то есть практически вы знаете эту отрасль от и до, изнутри. Ну, хорошо. Да. Ага, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Скажите, здравствуйте, пожалуйста, стоимость билета до Владивостока сколько? Спасибо. Ну, опять же, я отвечу на этот вопрос. Значит, стоимость билета до Владивостока, плацкартный вагон для взрослого человека 533 рубля, 5333 рубля, значит, купе 7878 рублей. Ну, небольшая разница между плацкартом и купе.
Алексей Александрович, вот на самом деле, конечно же, накануне исторического события была проделана большая подготовительная работа. Вообще, каким образом решался вопрос пополнения парка пассажирских вагонов железных дорог Якутии? Ну, вы знаете, на сегодняшний день у нас парк пассажирских вагонов, значит, составляет 27 штук, да? Из них 12 плацкартных, 12 купейных и 3 вагона ресторана. Значит, подготавливаясь к расширению географии маршрутов, мы приобрели 8 купейных вагонов. И сейчас вот планируем еще дополнительно приобрести 5 вагонов. Вот. Все вагоны на сегодняшний день практически оборудованы такими удобствами, как кондиционер, биотуалет, розетками для бытовых приборов, там, для подзарядки сотовых телефонов и так далее. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Так, сорвался телефонный звонок. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Вообще, как будут следовать вагоны поезда и будут ли они полностью беспересадочными для пассажиров? То есть, если раньше мы говорили о том, что люди ехали, выходили на станции, дождали. Раньше действительно были такие неудобства. Пассажирам приходилось длительное время, очень длительное время ожидать пересадки, значит, по Нерингри, по Тынде. На сегодняшний день проведена большая работа, серьезная, с нашими коллегами с РЖД по пересмотру графиков пассажирских поездов, по их инфраструктуре, по нашей, ну и грузовых в том числе. Вот, ну, к примеру, значит, был пересмотрен, значит, график движения поезда Москва-Благовещенск. Вот. Отменен поезд с Белогорска до Тынды, вот, в связи с этим. И, значит, раньше был поезд Сковородино-Нерингри, сейчас же он будет ходить до Тынды. Вот, так как мы нерингринских пассажиров до Тынды будем довозить нашим поездом. Вот. Значит, все нитки, графики были все с этим пересмотрены, даже были пересмотрены объемы летнепутевых строительных работ по инфраструктуре РЖД в связи с этим. Хорошо. И у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Слушаем вас. Алло. Да-да-да, здравствуйте. Вот. Поздравляю, начались перевозки с Нижнего Бестяха по разным железнодорожным направлениям. И у меня такой вопрос. С Нижнего Бестяха до Москвы можно ли доехать и сколько стоит, сколько ехать? Хорошо, мы поняли ваш вопрос. И у нас еще есть один телефонный звонок. Давайте тоже его выслушаем. Алло, добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Да-да, добрый говорите. День. Да, слушаем вас. Я насчет рабочей вакансии. Мостовики вам нужны, и зарплата сколько стоит? Хорошо, ну давайте, наверное, начнем с первого вопроса. Да. Ну, если так обратиться, да, к истории железных дорог, нашей железной дороги, то действительно, вот тогда открывали первое... значит, железнодорожную пассажирскую перевозку между Томотом и Нерингри, там у нас был беспересадочный вагон до Москвы, вот, железных дорог Якутии. Но пассажиров очень было мало. Вот, ну, представляете, значит, 10 дней ехать в поезде. Вот, но все же они были, значит, на сегодняшний день прямого сообщения до Москвы у нас нет. Есть, значит, сообщение с пересадкой. Билет, конечно же, можно приобрести. Стоимость билета я сейчас не могу сказать. Это можно узнать в нашей железнодорожной кассе. Вот, либо на сайте ОРЖД. Вот. А что касается мостовиков. Да, по конечно, вакансиям вопрос, да? Необходимо обратиться с заявлением и с резюме нашу компанию, вот, и в случае необходимости мы, конечно же, примем, и заинтересованность примем человека на работу. Ну, конечно, заработную плату тоже там подскажут. У нас средняя заработная плата, кстати, очень высокая, ну, и вот специалисты такие,
значит, специфические, как мостовики, путейцы, они же как бы не везде есть, особенно здесь, в Якутии, конечно же, они востребованы. Хорошо. Сейчас много говорится о том, что необходимо было бы достроить железную дорогу до реки Лены. И это позволило бы соединить две основные магистрали, железнодорожную, речную. Вот каково мнение Минтранса нашей республики? Да, сейчас проводится реализация данного проекта со станции Нижний Бестях до грузового терминала Нижний Бестях. Это правый берег реки Лены протяженностью 7 километров данного подъездного пути. И даст этот возможность у нас единым накладным железнодорожным водным сообщением оформить получателя груза удобно. Хорошо, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь вернемся к нашему разговору и ответим на этот вопрос. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня со станции Нижний Бестях и до Тынды впервые открывается прямое сообщение. И это действительно большое историческое событие. С вводом нового расписания существенно сокращается и время в пути. Итак, за какой срок можно будет добраться отсюда и до Владивостока, до других городов Дальнего Востока? Сколько будут стоить билеты? Есть ли льготы на эти и другие вопросы? Сегодня отвечают гости нашей студии. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НБК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И у нас вновь телефонные звонки. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да. Добрый день. Я хотела узнать до Новосибирска, сколько стоит и где пересадки. Без пересадки, конечно, нет. Где могу делать пересадку? А, так, сейчас еще примем второй звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Можно спросить, да? Есть ли специальные вагоны для инвалидов? Хорошо. Здравствуйте. Да, до Новосибирска можно доехать на сегодняшний день. Значит, можно с Бестяха доехать до Тынды и там пересадиться на поезд Тында-Новосибирск. Вот. А стоимость можно узнать у нас на сайте. Вот. Не у нас на сайте РЖД, вот, либо в железнодорожных кассах. Второй вопрос, извиняюсь. Для инвалидов будут, значит, вагоны? Да, для... людей с ограниченными возможностями здоровья. Людей, пассажиров с ограниченными возможностями. Есть единый номер, значит, маломобильный пассажир перед поездкой, ну, ему необходимо заявить о себе через Центр содействия мобильности по телефону 8-800-775-400. Еще раз повторите, пожалуйста, так, номер. Телефон, значит, 8-800-775-400, Центр содействия мобильности. Значит, эта информация нам оперативно будет передана, и мы обеспечим и окажем всю необходимую помощь. Хорошо, до этого вот как раз Василий Васильевич у нас отвечал о возможности соединения двух у нас основных магистралей, железнодорожной и речной. Да, продолжение, да. Вот тогда получается, вот грузоотправитель и грузополучатель оформляет единый транспортный накладной, это железнодорожное водное сообщение, да. Это мы избавляемся от, например, на сегодняшний день перетарки грузов на автомобильный транспорт, потом обратно на водный транспорт и дальше на паром, например, на автомобильном транспорте. Если мы реализуем данный проект, подъездной путь до грузового терминала Нижний Бестях, поезда, которые прибывшие на станции Нижний Бестях, маневровым, ну, поездным отцепляются с поездного локомотива, прицепляются на маневровые локомотивы, и маневровые локомотивы подают на, сразу на внизу, где грузовой терминал Нижний Бестях, Решпорта, да, скажем так, да. И оттуда сразу с кранами грузятся контейнеры на баржу, и баржа доставляет уже можно дальше северные морские пути, северный завоз обеспечить. И вот сократим мы вот этот транспортные издержки, скажем. И еще будет там стоимость тоже будет занижена будет.
Ну и давайте, наверное, сразу ответим вот на такой вопрос. Где у нас в Якутске можно будет и приобрести железнодорожные билеты, и будет ли работать возможность покупки билетов онлайн? Ну, вы знаете, на сегодняшний день имеется возможность покупки железнодорожных билетов по нашей инфраструктуре, значит, ну и по нашим беспересадочным вагонам абсолютно на всех сайтах, вот как, к примеру, Туту там и так далее, да, вот, и на сайте ОРЖД, кстати, на сайте ОРЖД, зарегистрировавшись, пассажир может купить билет без комиссии, без комиссионных сборов. На сегодняшний день здесь, в Якутске, можно билет приобрести в центре города Якутска, в гостинице «Азимут» на первом этаже. Там есть открыта в этом году наша железнодорожная касса. Но у нас комиссионный сбор тоже небольшой, 158 рублей. Кстати, для рекламы скажу, да, что вот у других касс, не, ну, не наших, комиссионный сбор гораздо выше, вот, где-то около 600 рублей. Поэтому обращаю внимание наших пассажиров. Хорошо, и у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. А, уже вопрос задаю. Да. Здравствуйте. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Ну, железная дорога развивается у нас в Якутии недавно, да? Появились, конечно же, престижные профессии. А где? А где в Якутии самом есть учебное заведение, где готовят вот этих... специалистов, да? Угу, хорошо. Да, готовят, например... проводниц там, наверное, да. Девушек туда берут. Еще какие профессии там. Так, Василий Васильевич, попросим. Да, для... Ну, для обеспечения кадров компании «Железная дорога Якутии» есть для Республики Саха-Якутия, это в Мегино-Кангланском районе, транспортный техникум Нижний Бестиал. Там обучаются основные специальности – это локомотивное хозяйство, вагонное хозяйство. Ну, локомотивное хозяйство – это машинисты, помощники машинисты, селитера по ремонту тягово-подвижного состава. Вагонное хозяйство – это, вот вы как спрашивали, проводник пассажирского поезда, селитера вагонного хозяйства. А также третья специальность – это обучаются организации перевозок на железнодорожном транспорте. Это дежурные по станции, дежурные разъезды станций, а также составители поездов, где проводят прицепка, цепку вагонов на станциях. Кроме того, еще есть специальность строительные дорожные механизмы. Это где можно студент обучиться и может продолжать работать именно на грузоподъемные машины, путевой части на компании «Железная дорога Якутии». Поэтому есть возможность обучиться ребятам. Да, подготовить специалистов здесь непосредственно. В Нижнем Бестиахе. Я знаю, что с 1 июня открылась продажа билетов по сниженным тарифам на проезд в купейных вагонах, да? И кроме того, я слышала, что вы объявили скидки на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в летний период. Давайте об этом расскажем, но вначале еще раз ответим на телефон. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. В связи с пандемией ограничения пассажиров в купейном вагоне будет или нет? Такой вопрос тоже актуальный для нас. И в прошлом году, и в этом году придерживаемся всех рекомендаций Роспотребнадзора. Вот, проводим все мероприятия для предотвращения распространения инфекции. Проводим дезинфекцию, термометрию пассажиров и так далее. Вот, то есть все мероприятия проводятся. Каких-то определенных ограничений по размещению пассажиров на сегодняшний день нет. Ну и давайте поговорим о скидках для наших пассажиров. Вы знаете, ну, в целях улучшения качества обслуживания, повышения транспортной мобильности населения на период, особенно на период закрытия аэропортов Нерингре и ограничения приема воздушных судов аэропорта Якутск, ну и, соответственно, перед запуском такого нового направления до Владивостока, руководством компании было принято решение о снижении на 20% стоимости купейных вагонов принадлежности железных дорог Якутии. Вот. Что же касается школьников, я говорил, что для школьников круглогодично существует скидка 50%.
для проезда в плацкартных и общих вагонах. Значит, ну, если дальше идти, то для сотрудников МВД, ФСБ, Минобороны проезд бесплатный при предоставлении соответствующих документов. Для пенсионеров, жителей Севера, бесплатный проезд к месту отдыха в плацкартных вагонах. Для лиц, получателей социальных льгот, бесплатный проезд к месту лечения в плацкартных вагонах. Дети от 5 до 10 лет, проезд с 60% скидкой от стоимости полного билета. Дети до 5 лет бесплатно перевозятся. Также бесплатный проезд без ограничения числа поездок для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Вот. И сопровождающего лица. Ну, я слышала, что есть еще такой единый билет, мультимодальная перевозка. Вот что это за термины? Объясните нам, пожалуйста. Ну, знаете, наравне с открытием пассажирского движения в 2019 году со станции Нижний Бестях нами была реализована вот эта вот мультимодальная перевозка пассажиров. Там это значит с привлечением авто и водного транспорта. Для того, чтобы пассажиры без проблем могли переехать из города Якутска до станции Нижний Бестях. Да? Ну, с небольшими затратами на самом деле. Вот. Значит, ну, кроме этого, хотелось бы сказать, что мы построили еще зал ожидания на правом берегу Лены в поселке Нижний Бестях, где пассажиры могут провести время в ожидании, да, комфортно, причем там созданы все условия. Значит, по трансферу хотелось бы сказать, что, значит, в зимний период курсирует автобус наш от станции Нижний Бестях через ледовую переправу до автовокзала города Якутска. Значит, в летнее время автобус до берега, до правого берега ходит, а далее, значит, на катерах перевозится до речпорта. А уже в межсезонье, значит, ходят судно на воздушных подушках. Цены, значит, в зимний период 450 рублей до Бестяха и с Якутска до Бестяха, а в переходной 1500 рублей. Вот. Хотелось обратить бы внимание пассажиров, чтобы когда они покупают билет железнодорожный, то сразу покупали билет на трансферт. Он как бы дешевле альтернативных видов, да, вот. И позволяет нам сразу запланировать количество пассажиров нам и нашему подрядчику. Вот бывают такие моменты, что куча пассажиров билетных и безбилетных приходится нам по очереди возить, ну и создаются дополнительные удобства. Uh-huh. Кстати говоря, мы сейчас вот вместе с подрядчиком проводим акцию «Путешествуй с нами». Вот те пассажиры, которые будут переезжать трансфером, будут участвовать в этой акции, и будут хорошие призы. Главный приз – это УАЗ «Хантер», ну и также будут другие призы, там новые айфоны, телефоны, бытовая техника и так далее. Поэтому всех призываю значит, ездить на трансфере. Ну, нашем не трансфере. Только трансфером, но и призываем наших телезрителей, радиослушателей воспользоваться очень удобным железнодорожным транспортом. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Мы говорили о новом для нас маршруте. Программу подготовила редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.